Приветствую вас на канале «Москвичи без границ». Так, мы приехали на местный рынок. Находится он напротив 7-Eleven. Это Корон после Макро, получается. Проезжаете. Вот. И здесь сейчас посмотрим, что есть в наличии, какие цены, что сколько стоит. Обязательно вам покажем. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии. И отправляемся прогулку на рынок. Здесь у нас кокосы по 30 бат, манго, маракуйя по 70, манго 60 бат, вот такая почему-то, это, наверное, поплотнее, которая сейчас кушает 30 бат, есть вообще за 30 бат. Яблочки по 20 бат за килограмм, здесь тоже 20, груши по 25 бат, мандарины 80, они зелененькие, арбузы, цены непонятны, есть цветы, есть различные тут крупы, чеснок, лук, это все надо узнавать, сколько по ценам. Зелень, морковь, лук репчатый, помидорчики, лук зеленый, петрушка. Здесь есть какие-то рыбки, анчоусы по 25, такой пакетик, перец какой-то острый, вот еще какая-то рыбка, вот еще рыбка всякая за 50 бат, там он тоже по 30 бат. Так, давайте посмотрим, почем здесь яйца. Яйца 135 бат. Да, или сколько? Блин, по ценам, конечно, я не совсем понимаю. 60 бат, наверное, десяток стоит. Так, там вот тоже есть овощи. О, морепродукты, смотрите. Морепродукты. Креветочки по 350. Вот такие креветки по 680, лангуст 1200 и 1400. Так. А здесь аквариумы пустые, только тут вот есть красный окунь, 150 бат, одна штука. Здесь дальше креветки по 750, 220 кальмар, еще кальмар. 250, 280. О, есть крабы лежат. Рыба. На нему сейчас ползает. Вот, и тут еще рыбка. Так. Ну, там вообще здоровая какая-то рыба, по-моему, большая лежит. Да, интересная. Так. Сейчас, получается, мне кажется, еще не все открыто все-таки. Есть, наверное... По фоткам я смотрел, наверное, рано утром, если приехать, то будет открыто просто абсолютно все. Здесь вот курица есть. Курицу тоже вот охлаждают. Курица целая. И там еще всякие потрошки продаются. Куриные субпродукты, так сказать. Здесь тоже много различной зелени. Кукуруза молодая. Огурцы, помидоры. Вот картошки, так, кстати, не видно. О, есть свекла. Можно борщ сварить, капуста. Салат листовой. А, вот и картошка. Есть картошка. Я, наверное, сейчас возьму картошки. И вот надо посмотреть, где найти мясо какое-то. Хочется найти мясо, чтобы приготовить что-то мясное дома покушать. Но пока что я такого не вижу. То есть мясо получается только там, один отсек и все. Ну, сейчас. Мне кажется, мы поздно приехали. Либо они... вечером открываются, либо уже рано-рано утром надо сюда приезжать, когда идет вся торговля, скорее всего. Так, тут вам можно и посуду приобрести, баклажанчики есть, можно купить баклажаны. А так, из мяса ничего нет такого интересного и вкусного я не нашел. Только, получается, там вот курица и морепродуктов тоже не так много. Да, как-то слабовато. Я думал, здесь будет посолиднее. Надо будет попробовать реально как-то рано-рано утром сюда приехать и посмотреть вообще, что здесь утром творится и вечером творится. И тогда мы с вами сможем определить реальную ситуацию этого рынка. Вот. И все для себя будем знать, когда можно сюда приезжать, брать и закупаться мясом, рыбой и всем остальным. Взял 2 килограмма картошки, немного укропа и зеленого лука. Вот.
Вышло у меня на 115 бат. Сейчас хочу еще пару манго взять и пару ананасиков взять. Ананасы здесь по 35, манго по 30. Так, я взял сейчас 2 ананаса, 2 манго на 100 бат. И хочу еще взять питахайю. Питахайю 1 штуку. Sorry. 1 piece. Одну штучку возьмем на пробу. Мы ее пробовали как-то на Самуи, но нам она не особо зашла. Взял одну питахаю на 57 бат. И взял еще рамбутан. Стоит по 60 бат за килограмм. Я взял на 27 бат. Попробовать. Вот. Давайте, наверное, отдельным видео. Я всю эту потом еду вам запишу уже. Вот, так что смотрите как-нибудь в следующем ролике будет, как мы будем открывать, пробовать всю эту еду и рассказывать, как она на вкус, на что похожа, спелая, не спелая, стоит ли такие фрукты брать, пробовать. Так что вот такой вот рынок вам показал. Но не знаю, посмотрим на самом деле. Я говорю, надо съездить сюда и утром, попробуйте вечером, узнать график его работы. Вот. Ну а на этом тогда видео уже подойдет к концу. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Ну и до новых встреч. Пока!